День России отметили и детские сады Искитима. Одним из форматов празднования стал флешмоб, который организовали воспитанники и педагоги детских садов «Золотая рыбка» и «Родничок» в парке отдыха «Южный». Прививать патриотизм детям с раннего возраста очень важно, считают искитимские воспитатели. Ребята из детских садов микрорайона «Южный» не первый раз принимают участие в патриотических флешмобах. Уже есть опыт участия в акции «Бессмертный полк». Мы считаем, что это очень важные акции, в которых мы обычно всегда, принимаем участие. Принимая участие в таких акциях, мы воспитываем патриотизм наших детей, любовь к родине, веру в светлое будущее нашей страны. Парк отдыха «Южный» ребятам уже знаком. Юные патриоты смело проходят по дорожкам, напевая песни о родине. Дети также исполнили гимн России. Многие знают его наизусть. России, что мы ее уважаем. Нам разрешили маленько поиграть с флагами, чтобы все поняли, что мы русские дети. Если мы русские, то должны отмечать по-русскому. Каждый детский сад Искитима отметил День России по-своему. Формат празднования может быть любой. Мероприятие в актовых залах, участие в акции «Окна России» или организация подобных флешмобов.